Пластиковые крышки, бутылки, использованную тару от еды, напитков, зубной пасты, порошка и многое другое всегда можно сдать на переработку. Сбор вторсырья по традиции прошел у молодежного центра «Навигатор» на Талсинской, 64. Здесь принимали вторсырье без остатков еды и химии, разделяли его на фракции, то есть отсортировывали перерабатываемые отходы от неперерабатываемых и плотно упаковывали. Акцию, как всегда, провело экосообщество «Среда роста». Волонтеры принимали для переработки вторсырье по списку собиратора. С подробностями можно ознакомиться на сайте.